Привет! Сегодня будет рум-тур. Мы находимся на Майорке. Это место называется Кала Феррера. И в частности, наши апартаменты называются Кала Феррера Апартментс. Я возлагала большие надежды на эти апартаменты. И сейчас я покажу, что мне понравилось, что нет, какие плюсы, какие минусы. Вот мы заходим. Здесь прихожка. Выложено все плиткой. Обувница, комната, большая комната, есть стол достаточно большой, 6 стульев, в общем, на большую компанию здесь вполне можно найти место. Вот такой вот стол, в принципе, все аккуратно, и сами апартаменты двухуровневые, но это является и плюсом, и минусом. Картины на стенах, вот такие вот лампы, но немного из-за того, что помещение находится очень глубоко внутри, окно далеко, немного темно. Днем здесь немного темновато. Здесь маленькая кухня, здесь шкаф, и здесь находится ведро, принадлежности для мытья полов, веник. Здесь кухня. Здесь есть газовая плита, есть плита электрическая, вот кое-какая кухонная утварь, перец, соль даже здесь выложено кафелем, и вот такие вот ящики. Здесь, в принципе, достаточно, есть электрический чайник, есть кофеварка, есть вот такая вот газовая духовка, тостер, этим мы ничем не пользуемся. Здесь есть холодильник и микроволновая печь, и раковина. Кухня, в принципе, оборудована достаточно хорошо. И здесь есть минимальный набор посуды. Есть тарелочки, стаканчики, чашечки. В принципе, всего достаточно. Даже если вы будете путешествовать, отдыхать в большой компании, здесь достаточно всего. Даже было моющее средство. Моющие средства все есть, в принципе. Все очень скромно, очень просто, потому что, когда я увидела эту кухню, я немножко разочаровалась, потому что она выглядела на фотографии, было все такое новое, красивое. Здесь зал, ну как бы гостиная, лампа, здесь какие-то вот цветочки, полочки, здесь есть даже какие-то книги. Картины опять вот на стенах. Большой диван. В принципе, он хорошо раздвигается. Можно здесь сделать спальное место спокойно. Стеклянный стол. Мы поставили его в сторону, потому что здесь неудобно ходить. Ударяешься ногами постоянно. В общем, камин. Правда, мы его не включали. Вроде как бы не было необходимости. Телевизор большой. Много каналов, и вот здесь вот выход на стеклянную такая дверь большая, и выход на балкон. Здесь 4 места и столик. Конечно, место, в котором находятся эти апартаменты, шикарное, очень хорошее расположение, рядом море, рядом пляж, видно из окна пихтовые деревья, пальмы, в общем, очень красиво. Кто живет на первом этаже, здесь у них есть и прям маленькие садики, там цветочки, какие-то насаждения. Самое главное, это, конечно, потрясающий вид на море, на природу. Сегодня погода такая вот переменная, то солнечно, то тучи. Вот. Здесь есть также сушилка. В принципе, сушилка. Но у меня вот такой какой-то немножко осадок от этого от всего. В принципе, неплохо, но если бы это все было еще новое. Если отдыхать в большой компании, возникнет проблема. Сейчас я покажу вам, в чем проблема состоит. Вот такая вот здесь лестница. Если вы путешествуете с маленькими детьми или с пожилыми, то это не совсем удобно, потому что лестница очень небезопасная. Здесь
Вот в этой комнате достаточно светло. Обычная комната, кровати. Снимаю не сразу, потому что уже мы здесь какое-то время живем. И сейчас я могу сказать точно, что здесь удобно, что неудобно. Стена, в принципе, здесь есть зеркало, есть прикроватные тумбочки, окно. Здесь вот свежий воздух. Зеркало также здесь есть. Ну, в принципе, вот эта комната мне понравилась более-менее. Есть здесь шкаф. Ванная, тоже зеркало, и есть ванная. Ванная выглядит, душ, ну, все необходимое есть, и корзины какие-то, и утюг, полотенца, стиральная машина, она очень старая, ну, туалет, как обычно. В принципе, все есть, но все выглядит. Такое ощущение, что здесь очень долго не делали ремонт, поэтому вся мебель, ванная, туалет, все очень, в общем, в таком уже немного запущенном состоянии. Вот это очень крутая лестница, по которой очень такая вот она с поворотом и очень опасная. Если есть маленькие дети, то, конечно, ни в коем случае нет. Смотрите, какая. И нет там никаких перил. Вот здесь вот такие вот перекрытия деревянные. Сейчас я включу здесь свет. Потому что здесь вообще очень темно. Вот в этой комнате, здесь наверху, мы рассчитывали, что мы будем находиться здесь. Но это, конечно, непередаваемо. Во-первых, здесь был ужасный запах. Я не знаю, это морилка или запах обработанных каких-то вещей. В общем, есть, присутствует запах. Еще было здесь закрыто. Все, здесь маленькое окошко, вы видите, абсолютно темно. Если бы здесь были большие, хорошие окна, какой-нибудь балкон, здесь была бы светлая, большая, просторная комната. Но здесь, вот как видите, это, конечно, в принципе, кровать неплохая, мебель такая вот старинная, тоже есть шкаф, картины. Кресло, даже здесь есть еще одно место, где можно прилечь. Если вы большой компанией путешествуете, отдыхаете, то, в принципе, здесь можно еще кому-то разместиться. Но сейчас, конечно, немного запах выветрился. Вот такие полочки здесь есть, одеяло. Здесь невозможно спать по той причине, что здесь, во-первых, очень было душно. Вот эти дни сейчас уже не так жарко. А когда мы приехали, была жара. Здесь просто нечем было дышать. Еще вот этот запах, который испаряется, я не поняла, от чего он. Или от вещей, или от этого вот дерева обработанного, я не знаю. Но этот запах, вообще здесь невозможно было находиться. И мы рассчитывали, что мы будем спать здесь, кто-то будет спать внизу, но в итоге мы вообще эту комнату не используем. Мы решили здесь не спать. Здесь тоже есть туалет. Туалет этот я... Ванную комнату я ее использую. Более-менее душ. Здесь как-то почище, получше, немного поновее. Душ. В принципе, ну так. Унитаз. И, естественно, раковина. И, естественно, зеркало. И вот здесь еще есть такие полочки. Здесь можно вешать вещи. Вот тут что-то складывать. В общем, здесь есть где разместиться. Эта ванна мне нравится больше, она как-то почище, чуть поновее, чуть поуютнее. Но это все. В общем, очень темная комната. Вот видите, все темно здесь. И вот такая вот лестница. Очень крутая. И здесь, конечно, надо прям аккуратно по ней спускаться. Вот. Я просто хочу сказать о том, что мы, когда мы приехали, мы разочаровались, потому что то, что было на картинке, и то, что мы увидели в действительности, это две большие разницы. Здесь огромный плюс, конечно, местонахождение. Во-первых, это рядом с остановкой, куча магазинов, кафе и всего остального. Куча, рядом находится пляж, прекрасный вид, очень красивая зелень, благоустроенная вот эта вся территория, вся зеленая. Все буквально вот прям радует глаз. Вообще, как сама квартира, очень неплохая. Здесь очень удобно, да, если бы здесь была более безопасная лестница
и было бы все отремонтировано, были бы более новые вещи, вот нужен немножко здесь ремонт. Если бы было, допустим, отремонтированы ванны хорошо, вот эти все вещи, кровати, белье, одеяло, то было бы совсем все по-другому. Но вот так как здесь не совсем все какое-то вот такое не свежее, я могу сказать, вот такое вот ощущение. И еще в туалете вот большой тоже недостаток, включается вытяжка, и она включается как-то автоматически, даже ты, если выключаешь свет, она не перестает работать, и этот шум очень раздражает. Вот это тоже как-то вот большой минус, я считаю. Вот. Вот такие вот апартаменты. Здесь очень высокие потолки, и вот это вот, вот этот потолок, мне кажется, вот от него и идет этот запах. Но когда все открыто, его не ощущают. Вот такие вот апартаменты. Вот. Ну вот стулья, допустим, так все неплохо, но вот они уже, видите, уже облезлые. Уже вот, видите. В общем, на картинке все это выглядело, ну, просто вот как сказка. Я прям с таким вот нетерпением ждала быстрее здесь оказаться. Мне казалось, что здесь так красиво. Конечно, мы справились. В принципе, мы спим в спальне и вот на этом диване. В принципе, достаточно места, но нас трое. Если бы нас было больше, то, конечно, бы возникли проблемы. Просто там вот спать невозможно. Но я хочу сказать, что здесь все... Все вот именно на наши даты, все распродано, все занято, несмотря вот на все эти минусы. И здесь есть русские немного, но в основном здесь англичане. Испанцев я не видела, в основном это англичане и в основном это немцы, кто здесь отдыхает. Вот, на этом все. Ну, конечно, даже вот эти вот мелочи бытовые не портят настроение, потому что, конечно, мы немного разочарованы, но такая, какая здесь красивая природа, какое-то красивое место, конечно, это все компенсирует. Поэтому наслаждаемся природой. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите в комментариях, кто здесь бывал. Кому понравилось, может быть, какие-то апартаменты посоветуйте хорошие. И все. Всем пока-пока.